Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» передали гуманитарную помощь для семей военнослужащих, которые сейчас выполняют задачи спецоперации. Мероприятие было организовано в рамках акции «Добрые дела». Как сообщила исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Лариса Андреева, в составе груза термобелье, теплые носки, связанные участницами движения «Серебряные волонтеры» и сладости. Уже на этой неделе груз отправится на передовую.